Они сменили классические костюмы на спортивные. Им хочется проверить свои силы. У них общая цель – сдать нормативы ГТО. Участники спортивных испытаний пытались стать быстрее, выше, сильнее. Цель нашего мероприятия сегодня – это проверить физическую форму наших руководителей, которая непосредственно влияет на готовность к труду, ну и на выполнение всех поставленных задач, которые перед нами формирует руководство ПАО «Газпром». Они готовы к труду, к обороне и к настоящим спортивным подвигам. С такой напряженной работой без разрядки никак, говорят участники. Физические нагрузки помогают сменить обстановку, отвлечься и получить заряд бодрости. А сдача ГТО – хороший повод для гордости. Для меня вдохновением были мои дети, которые вроде тоже спортом занимаются. ГТО они не сдавали. Теперь я просто с честной улыбкой на лице смогу к ним прийти и сказать о том, что ребята, папа у вас, старичок, сдал, теперь и вы давайте, сдавайте. Среди претендентов на значок не только богатыри, но и красные девицы. Главный бухгалтер Любовь Книтель умеет не только хорошо считать, но и эффектно отжиматься и метко стрелять. Бег было тяжелее всего сдать, потому что, во-первых, нужно было еще пробежать целых 10 кругов. Это рассчитать свои силы, рассчитать свои возможности, рассчитать как бы ту дистанцию. Для меня это было сложно. Все остальное было легко. Борьба шла за золотой, серебряный или бронзовый значки ГТО. Дисциплины следующие. Подтягивания на перекладине, рывки гири, бег на короткие и длинные дистанции, наклоны на тумбе, прыжки в длину, отжимания, пресс и стрельба из пневматической винтовки. ГТО не приходилось раньше сдавать, сложно. Ну, да нет, в принципе, так терпимо. 24 человека прошли испытания в выбранных дисциплинах. Норматив установлен в зависимости от пола и возраста. Они определяют уровень подготовки и тип знака отличия. По предварительным данным, все 24 спортсмена справились с упражнениями и скоро получат соответствующие значки. Друзья, занимайтесь спортом и получайте удовольствие от жизни. Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой, специально для ЯТВ.